Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dreams Defender. Схватка либо сюжет. Я думаю, что мы пойдем с тобой по сюжету. Кошмары злые, но тупые. Это вот это кошмары? О! Так, это что еще тут за... Летуны, знаешь, что мне напоминает? Так, нажмите для смены базовой атаки. Повторное нажатие на выбранную атаку меняет ее тип. То есть... Ага, мы можем взять с тобой огненную атаку. Ух! Так, стоп. Летуны. Блин, я даже не успеваю читать. Тихо, ты посмотри, какие тут демоны. Хорош, монеты просто... Так, притащи иконку ореха на игровое поле, чтобы вызвать магический орех. Ну давай. Так, как это делается? Вот таким вот образом. И... Что делает этот магический орех, друзья мои? А? Кто-нибудь мне скажет? А, понял. Этот орех их сдерживает. Так, ну что ж, давай бомбить. Замедляшка. Короче, вот эта вот заморозка, она замедляет врагов. Какая толпа кошмаров. У них везение. Нет, Диди, я чувствую присутствие чего-то ужасного. Ох, ничего себе, тут еще и с переводом. Да, редко увидишь игры с озвучкой на русском языке. Что же он такое увидел? Страшные. Так, кто там ползет? Ой! Ребята! Ребята, какой-то чудик бежит. О боже, фей! Это страх! Точно, блин, это страх! Он орех сломает. Я уничтожу дерево снов! Вся долина снов погрузится во тьму! Ты смотри, что он делает. Он нагоняет тьму. Ребята, я ничего не вижу. Вот гаденыш. Весна. Норма, облик, магазин, умения. Ну что же. Стало жарко. Я не успел ей прочитать. Стало жарко. Здесь был страх. Я видел его. Он погрузил долину снов во тьму. Успокойся, Диди. Тебе, наверное, это приснилось. Нет, фей, это видение было слишком явным. Я должен защитить дерево снов. Я должен стать сильнее. Тогда тренируйся на рядовых кошмарах, которые завелись в долине снов. Они едят семена дерева, да и само дерево хотят уничтожить. Не бывать этому! Точно, этому никогда не бывать. Это я что, такими маленькими фаербольчиками буду бомбить? Окей. Так, бомбим. Этот мне помогает, малыш, да? Вот этот вот гномик. Ну и славненько. Это миньоны. Абсолютно не страшные кошмары. Хотя их мамы всегда и говорят им обратное. Миньоны. Ну да, они такие дружелюбные. Я бы даже сказал. Так, разбомбим мы сейчас их всех. Тут, видишь, можно вот так вот делать даже. Что такое две? Вот даже как. Ага, тут можно вот так вот еще делать. Ого. Так, стоп. Нет. Кошмары идут. Я хотел попрактиковаться маленечко в новых видах ударов, но, видимо, пока еще рановато. А что если вот этого вызову? Что это он делает? Вот так он мне помогает, да? Своим суперударом. Желудь можем выбросить. Ну, на самом деле это орех. Ну, я буду называть его желудь. Он похож на желудь. Эти паразиты поедают аниров. Семена дерева снов, которые созревают в хорошее сновидение. Хорошо, что ты возвращаешь семена дерева, устраняя кошмары. Не забудь потратить аниры на улучшение своих навыков после этой недели. Буду навыки улучшать. Это хорошо, ребят, это меня уже радует.
Слушай, ну этот орех очень крепкий. Я думаю, что они быстро уже распетрушат. Нет. Да сколько же вас тут, а? Кошмары, вы прекратите ходить ко мне или нет? Вот настырные-то, а какие? Смотри, миньоны. Давай, 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 давай. Это, наверное, последний. Фух, новое достижение, ребята, я получил 500 опыта. Так, 57 анеров собрано. 100% так, сохранено у дерева. И 28 анеров я получу, если посмотрю рекламу. Так, смотри внимательно. Умение. Урон, темп, скорость, навык, огонь. Нажмите на умение, чтобы узнать о нем подробнее и улучшить. На все нужны аниры. У меня 57. Я могу... Темп, это, видимо... Подожди-ка, темп. Повышает частоту выстрелов энергетическими шарами. Повышает частоту. А скорость... А, это скорость полета шаров. Все, понял. Значит, я прокачаю темп. Как тут сделать темп-то? Ага, вот так вот. Ой, это я... Ё-моё, тут энергия есть, огонь, жизнь, орех. Твою дивизию. Стойкость, реген, темп, урон, навык, навык. Уменьшает время восстановления специального навыка феи. Прокачиваем. Прокачиваем. Так, у меня 17 осталось. 17. Ребят, давайте, наверное, на наш урон. Урон. Не хватает. Тогда темп. Тогда темп. Вот, прекрасно, идеально. Ну что, возвращаемся. Так, тут есть облики. Диди, классический дух леса. Воу, клевый парень, ё-моё. Цветные аниры подбираются автоматически. 10% урона. О, так тут еще медведи Ди. Добро с кулаками. Морковья сила. Еще комбо держится. Блин, ребят, прикольно. Но видишь, это донат, ребята. Это за реальные деньги покупается все. А можно тут что-то собрать. 250 аниров. И тогда ты сможешь что-то получить подарок. Санта Диди. Угу. Ну что, мы с тобой идем на второй этап. Погнали. Меньше брони, больше урона, согласен. Отлично, полностью. В новую рабочую неделю с новыми силами. Ты же не забыл улучшить навыки? Улучшить навыки? Конечно, после каждой недели ты можешь расходовать аниры на усиление своих умений. Конечно, да! Я помню, не забывать улучшать навыки. Я знаю. Отлично. Раз ты... Ого! А что это? Они уже... Смотри-ка, этот миньон нацепил шлем. Непонятно, что он пытается им защитить. Мозгов-то у него нет. Только хотел сказать. Эй, и слова ранят. Энергетическими снарядами его не пробить. Нужно лишить его защиты. Пришло время огненных шаров. Время зажигать! Вот даже как! Ох, ничего себе шарики. Так, подожди. Да что ж ты так долго-то? Без брони они уже не такие грозные. Это конечно, понятно, но... Отлично. Бомбашим, бомбашим, бомбашим. И слова, говорит, ранят. Конечно. То есть огонь наносит больше все-таки урону именно броне. Ну, как сказать, по плоти не так сильно наносит дамаг. Ну, ты сам, наверное, заметил это. А я-то думал, что будем прокачивать с тобой чисто лед. Оказывается, без огня-то тут тоже фигушки ты поиграешь.
Понял. Тут еще комбо-счетчик идет постоянно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блок. Да вот фигушки тебе. Захотел он в блоке там простоять. На. Они, кстати, когда идут по огненной вот этой земельке, они тоже получают урон. Маленький, конечно, но получают. Е. Так, волна еще не закончилась. Да я возьму двойную. Двойной как-то поэффективнее бомбить. Есть. Так, стопуха, стопуха. Вырубаем. Е. Давай пробивку. Нормуль. Так, ты тоже иди отсюда, идет он ко мне тут. Все, ребят, последняя или прошли. Прошли, скорее всего. Какая толпа миньонов. Но им до нас не пробраться. Я могу преградить им путь магическим орехом. Ты что-то сказал? Не хлопай ушами, фей. Ну и тогда я упаду. Не хлопай ушами, фей. Да стоп. Давай. Отлично. Никаких орехов. Так, а вы куда подкрадываетесь уже тут, а? Довольные такие. Зажигай. Нормуль. Так, ну что, друзья мои, 100%, 70 аниров собрал. Слушай, наверное, все-таки надо брать за рекламку еще дополнительные аниры. Так, ребят, ну что? А что такое норм? А, норма, ужас, кошмар. У нас пока на норме стоит. Умение. Так, у нас 112 аниров. Увеличивает силу энергетических навыков. Ну, так, множественно и проникающих выстрелов. Урон. Да, друзья мои, я хочу прокачать урон. Плюс огонь. Что? Что такое? Ох, ё, 500. Чё так дорого-то, 500? 15, здесь 500. Да, с такими разрывами, конечно. Это мы только с собой энергию качаем, прикинь. Энергию, тут огонь, жизнь, блин, орех. Ой, долго будет. Много, наверное, тут уровней, да? Это у нас весна, лето идет, осень, зима. Ага, то есть все времена года. Ну что же, меньше брони, больше урона. Так, стопуха. Ого, этот уже в каске. Кажется, они серьезно настроены. Чем они больше, тем громче лопаются. Не забывай, энергия отнимает здоровье, огонь, броню. Чем больше у кошмаров брони, тем меньше урона наносит им энергия. Угу. Так, блин, они в шлемаках. Фига они. А мне что, разорваться, что ли, теперь? Да, друзья мои, что-то тут. Мне надо кнопки, наверное. Тут пауза есть? Чтобы мне не переключаться. Или орех выставлять. Хорош хавать. Хавать орех мой. Отстань. Нет, этот помогает, конечно, фей. Но не так сильный. Не так мощно, как хотелось бы мне. Ну ты гляди, а. Тут выбирать надо, либо... Ой. А если я вот... Хочешь совет? Конечно, хочу. Конечно. Обязательно тренируй параметр навык у энергетического и огненного выстрелов. Так твои атаки станут намного сильнее. Понял. Так и сделаю. А что ты раньше-то, блин, молчал? Когда у меня была тренировка. Я и смотрю, что-то как-то вообще хиленько бомбим. Ей-ей-ей-ей-ей.
Давай, поливай, 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 поливай. Иди. Помогай, фей. Как же их много. Я могу помочь тебе пришлепнуть сразу несколько кошмаров. Только скажи, и мое суперзаклинание их настигнет. Да я уже попробовал, блин, твое заклинание. Что-то как-то не особо ты бомбишь их. Видишь, идут, сколько их там, орава. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребят, я достижение за достижение получаю. Фух. Отбился. Эту игру мне посоветовал один из подписчиков. Правда, он ее давно мне посоветовал, но руки добрались до нее только сейчас. И, в принципе, меня устраивает. Ребят, пишите в комментариях, как игрушка вам. Понравилась или нет? Да что ж такое-то, новое достижение. Обалденно. Так, собрано аниров 83 и еще получу бонусом. Бонусом я не получил. Слушай, а вот это что такое, ребят? Министерство сонных дел. Указ дня. Использовать фея 15 раз. Ух ты, 300 аниров. Фея 15 раз. То есть, это я должен применить его заклинание, да, я так понимаю? Скорее всего, да. Значит, что он там говорил? Навык, да? Все, я понял, ребята, навык нам нужно. Говорит, прокачивай навык, и будет тебе счастье. Все, ребят, я все в навык влил. А то, даже проиграв уровень, ты зарабатываешь. Ого! Ого! Да это же крыса! Какой-то взгляд у этой крысы шальной. Я полностью с собой согласен, фей. Да мало ли что у этих кошмаров на уме. Мое дело защита. Чем больше кошмаров поляжет, тем больше аниров созреет. А чем больше у меня аниров, тем больше поляжет кошмаров. Логично. В твоих словах есть смысл. Шальной, говорит, взгляд какой-то у этих крыс. Они просто безумные. Чем больше полежит кошмаров, тем больше аниров получим. Блин, они очень быстрые, эти крысы. Только давайте вот без всяких там этих в касках там и тому подобное. То я что-то представляю. Нет, все-таки есть в касках. Да подожди, я же взял. Ой-ой-ой-ой, сколько их там, ребята. Ты серьезно? А как? Орех, если только. Обалденно, этот орех еще, ребята, взрывается, когда его хапают. А что это я вообще приключил? Зачем мне вот это? Мне надо вот это вот. Ты гляди, 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 гляди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хапают, хапают. Все-таки кусанули дерево, ребята. Все-таки кусанули они мне. Не все так просто. Не, серьезно, тебе говорю, не все так просто, как казалось бы. Ну? Фей! Ай-я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 й. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Блин, господи, как же их. Как же их много, как же они быстро двигаются. Я не успеваю. Ага. Но все равно. Ого! Ты гляди! Обалдеть! Чуть было не проиграли, ты прикинь? 16% осталось сохранения дерева. Трэш. Так, 181. Этот у нас. Как? Ну ты понял, да? Скорость, навык, урон. Блин. Или урон, или темп. Наверное, все-таки, блин, это энергия. Что у нас тут еще есть? Огонь.
Жизнь, регенерация. Так, орех. У ореха бы стойкость прокачать, мне кажется, да? Было бы неплохо. А, уменьшает время созревания нового ореха. Тоже, кстати, нужно. И урон. Повышает урон при... А, он когда падает, тоже урон наносит. Вот оно что. И еще он взрывается, да, в конце. Так, стойкость. А, повышает запас. Да, да, запас нужен. Угу, вот так вот. Фух. А есть что-нибудь бесплатное? Так, цветная братва, 35 рублей. 4 цветных анира, используемых в бою. А тут еще и аниры разные будут. Вот оно что. Орех, ключ к успеху. Ого! Да это же крыса! Какой-то взгляд у этой... Да мало ли что у этих кошмаров на уме. Я чё? Мое дело защита. Чем больше кошмаров поляжет, тем больше аниров созреет. А чем больше у меня аниров, тем больше поляжет кошмаров. Так, подожди, я чё, опять тот же самый уровень нажал? Похоже, да, ребята? Хавают, 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 хавают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Немножко было глупо. Нет, наверное, тоже огонь надо прокачать, потому что, ребята, ну, видишь, урон. Урон нужен мне. Так. Эй, помогай. Да что ж вас так много-то? Крысы эти. Не-н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 е. Ты посмотри, а на него. Да господи, ты приключись, говорю. Все, короче, сейчас начнется, ребят. Что-то все не так пошло, как я хотел. Сейчас захомячит дерево. Все, блин. Профукал. Твою налево. Всем и снятся кошмары. Четвертый уровень надо было мне нажимать, а я нажал третий опять. Это же кр... Да это мы уже читали. Этих кошмаров на уме. Мое дело защита. Чем больше кошмаров поляжет, тем больше аниров созреет. А чем больше у меня аниров, тем больше поляжет кошмаров. Это мы уже слышали, это понятно. Блин, а в чем прикол, я не могу понять. А, эти летят что ли медленнее или что? Или урон оно не наносит меньше, не пойму я. В чем разница между одиночным снарядом и двумя снарядами? Не могу пока понять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То ли они сильнее, эти одиночные снарядики. Пока не пойму. Орех жуют. Быстро эти крысы орех разбомбили. Вообще моментально, ребят. Да ты будешь стрелять-то, господи. Да ты стреляй ты, господи. Крысы, 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 они опаснее всего, по-моему, да? Или хрен его знает, опаснее или не опаснее. То, что он огнем вот этим вот так долго бомбит.
Ну. Трындец. Трындец, ребята. Ладно, от этих отбились. Блин, какое-то замедление или что-нибудь такое надо. Уж больно они как-то быстро двигаются. Не-не-не-не, пожалуйста, пощадите дерево. Йо. Фью. Трэш какой-то, просто трэш, ребята. Хапают, хавают. Сложно. Очень сложно. Так, сколько у меня? 269 аниров. 269 аниров. Чу-чу-чу-чу. Так, повышает урон энергетических шаров. Вот так вот попробуем. Одна звездочка. Фьюх. Так, через 40 секунд какое-то тут бонусное время будет непонятное. Здравствуйте. О боже, крыса из прошлой недели была не такой уж и шальной. Штука на спине явно не похожа на рождественский фейерверк. Мне ни капельки не хочется узнавать, как сильно эта петарда взорвется. А мне кого-то хочется. Мне тоже не хочется, знаете ли. Давай, родные мои. Все тут, все будем обстреливать. Обстрел. Не надо. Сейчас бункер. Ух, как бумкнуло-то, ребята, как бумкнуло. Ага. Ай-я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 й. Да, друзья, тут я проиграл. Ты... Да это трэш просто, ты понимаешь, это трэш, ребята. Это... Фу, что это такое? Как насчет посмотреть небольшое видео и целых 15 минут получать на 50% больше аниров? Конечно, я соглашусь. Так, ну что? Побольше будет, да, у нас, по идее? Я не знаю, здесь смысл мне найти. Темп. Давай темп, наверное, прибавим. Не хватает темпа. Понимаешь, не хватает темпа. Если я здесь не могу пройти на 3 звезды, что мне говорить про следующий уровень? Давай попробуем проходить тогда. Все четенько. Да это какой-то Да мало ли что у этих кошмаров, но не говори. Мое дело защита. Чем больше кошмаров поляжет, тем больше аниров созреет. А чем больше у меня аниров, тем больше поляжет кошмаров. Вот это и по-нашему. Диди, вот это ты верно подметил. Так, это я темп, да, я вижу, что темп увеличился. Мне, знаешь, что нужно будет еще прокачать, скорее всего? Вот эту штуку. Ну что это, ну, 3 часа, или урон повышать нам, или, я не знаю, верно. Ну, ты сам видишь. Так, запарюсь эту с ними, воевать со всеми. Так, орех. Да, этих крыс там наяривают, будь здоров. Ведь сколько раз говорил, надо поставить кнопки. Так, помогай. Помог. Да чтоб тебе. Да мне не это надо, вот это дай мне. Фиг пройдете, ребятушки, фиг пройдете. Эй, крысиные головушки, ну-ка, пошли прочь. Ага. Шикарно.
Ну вот, друзья мои, ой. Так сказать, ну вот, друзья мои, совсем другое дело, ага. Думал, уже все, прошел. Эй, губешки раскатал. Конечно же нет, ребят, конечно же их тут. Давай, говорю, бомбу бери, дай твою же налево. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, одного-то не выбито. Четко все, ребята. Четенько. Фух. Ну, я прошел так, 173 плюс 12 дополнительных ониксов. Ой, ониксов, ну ты понял. Значит так, скорость хорошо, хорошо. Так, мне нужен именно урон огнем. Силу огненных навыков, вот. Вот что мне надо, ребят. Куда ты? Я же вот это хотел, блин, на... Или подожди, или навык. Так, уменьшает время... Нет, вот что мне нужно. Нужен урон именно. Так подожди, это жизнь, блин, огонь. Да подожди. Вот, не то делаю, блин. Угу. И урон. Все. Надеюсь, это мне как-то поможет. Ну что, попробуем. Пятый уровень. С петардами сейчас побегут. О боже, крыса из прошлого. Мне ни капельки не хочется узнавать, как сильно эта петарда взорвется. Мне тоже, кстати, не хочется узнавать, как эта петарда там взорвется. Ага. Пойду сейчас с сказками, наверное, да? Точно. Ну посмотрим сейчас, насколько мы хорошо прокачали. Ну, совсем, ребят, другое дело. Совсем другое дело, как они сейчас бомбят. По сравнению с тем, что было, это просто небо и земля. Совсем другое дело. Ну, ты даже, наверное, чувствуешь, знаешь, что? Смотри. Просто колоссальный урон. Вообще изи. И горят они намного круче. Так, подожди, крысы. Совсем другое дело. Огонь это все-таки имба, ребят. Ну, если прокачано, конечно же. Да. Значит, будем знать, что надо огонь прокачивать. Крысы, 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 прочь. Да что за крысы-то такие? Ай-яй-яй. Бомби. Еще идут-то, главное, по разным этим. Так, у меня же есть еще, если что, орех, да? Вот так, сделаем с тобой. Помог. Красава. Фей. Так, их тут много. Так, опять достижение. Ох, я себе на этой игре уровень чувствую прокачать, ребята. Давай, 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 давай. Так, тихо, стоп, 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 стоп. Это последние, последние враги, ребят. Да, вот надо еще темп прокачать, чтобы он побыстрее эти снаряды выкидывал. И все будет тип-топ. Да? Фу. Круто, просто круто. Звездочки в глазах. 185 аниров плюс 92 еще в придачу. Оценить позже. Так, итого у меня 285 аниров. Так, огонь где у нас? Вот он огонь. Темп, вот темп нужно, ребята, прибавить, потому что ну, и урон. И темп. Нет, темп уже будет. Взрыв, взрыв, наверное, тоже надо прокачать. Да, все подчистую потратим. Ну что, у нас шестой уровень. Окей, давай смотреть. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Как-то бегут специально в разнобойку, да, чтобы... Ну хорош. Ах вы крысы плешивые, а. Не добежала. Так, пламя. Ой, пламя. Снаряды. О! Ты глянь. Ты,
просто глянь, какой у нас тотал. Они даже не успевают дойти. Так. Ну, совсем другое дело. Валим, 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 валим их. Чтобы им было пусто всем. Это последние, кстати, ребят, враги-то. Фью. Этот уровень мне показался легеньким. Или мы так офигенно прокачались? Что? Ты-то кто еще такой? Диди, берегись. Я слышу звук техники кошмаров. Наверняка это... Топоротрон! Ты серьезно? Если бы мы были в игре, он бы был полубоссом весны. Ну и фантазии у тебя, фей. Сотни лет жизни сказались не только на твоем слухе. Мухи? Мухи, да. Так, у него броня, ребят, надо броню сбивать. Орех еще взорвется, да? Нанесет ему урона. Надо броню быстрее снять с него. Это паратрон, блин. Давай, 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 давай. Замедление идет, действует. Так. Фей, ты хоть помоги немножко там, малька-то. Есть! Отлично. Просто шикарно, друзья. Так, 151 оникс. Быстренько с тобой в магазин. Так, энергия, урон, темп, так, скорость, навык, огонь. Почему огонь, вот это не понимаю, огонь. Огонь и тут, темп. Жизнь, так, орех, энергия. Наверное, урон, блин, я не могу прокачать урон. Темп, прокачаем. Да ёк-макарёк. И скорость. О, как шикарно. Так, это у нас весна еще до сих пор идет. О, весна еще тут будет. Так, а это что? Это, видимо, уже главный босс. Это танк был. Шалость какая-то. Вот где главный табасяра будет. Ну-ка посмотрим. А это еще кто? Мне кажется, или я чувствую запах ветчины? Это кабанини. Нужно начистить его пятак, а иначе он разрушит дерево снов. Сейчас я покажу этому кабанине, как он ошибся с выбором дерева. Кабанини. Ох, тихо, ты, оказывается, бронявый. Пятак ему надо начистить, правильно? Хрю-хрю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, 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 родные мои. Жгем, 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 жгем. Это бронявый или нет? Бронявый. Так, ох, ё. А чё так много-то? Мне всё-таки надо пламя. Ребят, тоже прокачивать. Еще прокачивать. Маловато. Уже не тянем. Да куда вы прете? Так. Ползет, ползет, главное, втихушку. Вот смотри, сколько там. Нет, надо одиночным. Одиночным как-то быстрее он, по-моему, бомбит. Может быть, конечно, и мне кажется. Но как-то быстрее, по-моему. Чем двумя. Двумя он медленнее. Так. Крысы.
Пошли прочь. Со своими петардами бегут. Сейчас 100% еще пойдут эти броневики. Ай-яй-яй. Стоп. Так, еще кабаны. Как там он назвал? Пятачки свинины, как там? Ох-хо-хо-хо-хо. Изи. Фу, аж дыхание сперло. Ой. Расслабился, блин. Изи, ага, хиризи. Блин, надо бомбить, ребят. Что это? Что это за звуки такие там? Что? Что за звук такой? Есть! Вот это трэш, ребята. Вот это трэш. Посмотрите, 199 плюс еще соточку здесь получил. Ай, красота. Итого 305. Итого 305. Темп. Темп. Прокачиваем по фулке. 140 еще остается. Скорость. Скорость обязательно, ребят. Как же без скорости? Ох, нормулька. И больше у меня ничего не остается, к сожалению. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй-ка, я закончу эту серию. Надеюсь, вам игра эта понравилась. Если да, пиши об этом в комментариях, и мы обязательно с вами продолжим в нее играть. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.